На территории зеленой зоны, ведущей к поликлинике номер 1 6-й горбольницы, прошла большая уборка. Студенты-медики, сотрудники предприятия общепита, представители общественности и депутаты Тверской городской думы провели там субботник. Подробности далее. В начале лета первая поликлиника 6-й городской больницы переехала в здание на улице Лукина. Чтобы попасть в учреждение здравоохранения, пациентам нужно пройти через этот сквер. Но все-таки лечебное учреждение должно находиться в чистоте не только внутри, но и снаружи. Территория достаточно запущена, но мы сегодня приведем ее в порядок, потому что ходят дети, мамы с колясками, то есть просто люди, которые посетители поликлиники. То есть будет чисто, аккуратно, так, как это должно быть. Бутылки, бытовой мусор, целые пакеты с отходами разбросаны по всей зеленой зоне. Участники субботника собрали несколько десятков мешков. Также в ходе уборки были спилены старые аварийные деревья, провели обрезку кустарников. Я думаю, что горожанам, жителям окружающих домов, пациентам поликлиники, конечно же, будет очень приятно и комфортно и дойти до поликлиники, и просто провести здесь время, теперь вот в таком благоустроенном сквере. Всего по итогам субботника на территории прилегающих к поликлинике было вывезено 16 кубометров мусора.